А сегодня в стране стартует энергетическая неделя. Начнется она с белорусско-германского форума. Главным же событием станет белорусский энергетический экологический форум. Он откроется завтра на площадке футбольного манежа и соберет около 300 организаций из 16 стран. Представители компании обсудят вопросы охраны природы, повышения энергоэффективности и развития умных городов. Главной темой станет внедрение новых технологий. Два дня, как уже было заявлено, будет посвящен смарт-технологиям, в том числе одно из мероприятий по развитию цифровых технологий в сфере электроэнергетики будет проводиться под эгидой государственного производственного объединения «Белэнерго» с привлечением наших проектных институтов, основных поставщиков, разработчиков этого оборудования. Гостям форума покажут 158 научно-технических разработок. Среди них и образец отечественного электросамоката. Сегодня пройдет и ярмарка инноваций в сфере энергетики.